Здесь, по данным ГИБДД, почти ежедневно фиксировались ДТП. На комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения приняли решение изменить схему движения. Принято решение об организации одностороннего движения на участке улицы Владимирской от улицы Маяковского до Заводской и на участке улицы Заводской от Владимирской до Астраханской. Мы считаем, что данное решение позволит снизить аварийность на данном пересечении. Все подготовительные работы уже выполнены. Движение будет изменено с 20 августа. Вполне возможно, это не последние корректировки. По поручению главы Анапы городские службы проводят мониторинг состояния автомобильного движения на самых оживленных анапских улицах с воздуха при помощи квадрокоптеров. Работа продолжится до середины сентября. Данные обобщат и проанализируют. На основе этого будут приняты решения по оптимизации дорожного движения в Анапе.